Да ладно! Ребят, это подполковник. Стой, стой, там человек сзади стоит, подождите. Мужчина! Там человек просто сзади стоит, вы его не сбейте, пожалуйста. Мы вам сейчас объясним, что не так и почему мы к вам обратились. Мужчина! Пусть выйдет из машины, ждет, горит. Но он что-то не хочет открывать. У меня к вам просто вопрос несколько есть. Вы не ответите нам, пожалуйста? Вот вам сидит капец какой-то. Зачем он сюда заехал? Налетчики так хотят. Смотрите, во-первых, у меня к вам вопрос. Вы знаете, где вы поставили машину свою? На стоянке. Ну, я вас разочарую, что это пешеходная зона. Вот. Вы как себя попали? Вы как знак не заметили или вы как бы умышленно это сделали? Нет, конечно, не умышленно. Ну, видите, вот смотрите, вон там знак конец пешеходной зоны, а вот где вы заехали, я, к сожалению, не знаю, но везде, где заезды, там стоит знак. В магазину сейчас вообще нельзя подъезжать никак. Почему? Вот же, вдоль проезжей части вы везде можете. Так вы везде можете стоять. Здесь вот, смотрите, сделано пешеходная зона там, а здесь вот стояночка для машин. К сожалению, вы не правы. Значит, вот водители за это штрафовали, и значит, вот сейчас, наверное, приедет ГИБДД, сзади вас стоит человек, я думаю, что вам, если вы торопитесь, в общем, то вам стоит к нему подойти, как бы, либо извиниться там и что-то сделать, вот, либо, ну, как бы ждать ГАИ. Мужики, ну что вы за цирк устраиваете? Нет, я просто у вас интервью беру, я... Я понял, мне интервью... Мне интересно просто ваше мнение. Вот, просто есть хамы, которые специально говорят, нам можно ездить там. Специально, не специально, вот всю жизнь была стоянка, ну, может, что-то упустил, всякое бывает. Поэтому, вот так бывает. Ну, понятно. Ну... Люди вот тоже жалуются, тут ходим мы тут, и к нам подходят. Ну, опять же, говорят. Автомобилистам, где здесь ставить машину? Вот, вдоль проезжей части. Да здесь вдоль проезжей части, возле таких магазинов, это представляете, что здесь получится? Ну, вот по нашей информации, то через 2 месяца будет реконструкция, и вот эту парковочку, вот это действительно, по уму бы эту парковку сделать, отгородят, да. Но на данный момент это пешеходная зона. Понятно, сейчас, честно, это очень глупо сделано, с точки зрения и пешеходов, и водителей. Потому что для пешеходов там есть дорожка. Да. Машинам тоже надо где-то парковаться. Я, может, ну, где-то не прав. Так что таким. Да. Ну ладно. Спасибо за информацию. Да, не за что. Вы хоть адекватный, спасибо. Ну, в общем, человек говорит то, что заехал случайно, не заметил знак. Ну я же ему говорил себе, кто пошел в магазин. Говорил? Да. Он ушел. Я просто не знал, я просто спрашиваю, зачем он заехал. Если бы он просто заехал случайно, вопросов не было никакого. Встань вот здесь, пожалуйста, Маш, я опять переговорю. Че? Да, иди поговори. Вообще, Алексей пообщается. Мало что так. Это борьба с водителями, которые не имеют отношения к установке парковки вот здесь. Без камеры не ходишь, да? Что? Без камеры не ходишь? Я? Нет. Я тяжелее камеры, ничего в руках не держал, я же говорю. Вообще это не что? Правильно. Вы что, занимаетесь ерундой? Что же за мужчина вообще подошел? Вот вам что нужно? Сделано, скажи, пожалуйста. Что? Вот парковочные места сделаны, правильно? Я не знаю, для чего они сделаны. Я-то в первый раз вообще. Я честно скажу. Это направлено против водителей, против непричастных к этому делу. Это непорядок, конечно, не должно быть. Но мужчина, смотрите, дело в том, что отношения не имею. А вы хотите я высказаться? Я внимательно. Да, они да. На больше не способны. Да, да. Вы хотели высказаться по этому поводу? Пожалуйста. Я так понимаю. Да. Вот парковочные места, правильно? Да. Они что-то сделаны? Не знаю. Тут знака парковки нет. Знака парковки нет. Вот и не лезь туда. Знака парковочки тут нет. А вот это ничего сделано. Пешеходная зона вот. Как по-вашему, как для чего это сделано? Чтобы автомобиль остановили здесь. А что знак повесили 2 недели назад? А парковочные места сделаны когда? Для людей. Да. Когда сделаны? Изначально, как построился этот магазин и дом. Да. То есть. Как вы считаете, нужно ли тут отделить пешеходную зону от парковки? Значит, вот я это, не против. Да что угодно. Парковочные места. Обращались ли вы куда-то с этим предложением? Совершенно нет. Парковочные всегда места всех устраивало. Да.
А как же вот, ну, назад? Пешеходная зона получается, и как через пешеходную зону машины ездят? Карман сделан, скажи, пожалуйста. Я не знаю для чего. А что ты снимаешь, стоишь? Да потому что я у вас спрошу ваше мнение. Вот, если он не знает. Я ничего не знаю. Это закон, а потом... Не, я ничего не знаю, я у вас просто спрашиваю. Я тебе говорю, это парковочное место, видишь, сделано. И только человек... Тебе дадут слово, скажешь тогда. Слабо образованный поставит на парковочные места... Этому знаку месяц от силы. И что? Вот но его не надо соблюдать? Живу, ходит, нет, ничего это мозги нужно иметь, чтобы поставить на парковочные места знак пешеходная зона. Но, тем не менее, никто никуда... А вы будете обращаться вот с этим, чтобы я поставить? Совершенно не буду никуда обращаться. Ты не прав. Ты занимаешься хирургом, тут я? И ты, его друг твой тоже. Вот парковочные места, видишь? Ничего это сделают. Вот на пешеходной зоне. Но вас же это не устраивает, правильно понимаю? Меня не устраивает ты, что стоишь, люди мешаешь двигаться. Ну, неправда это. Чем? Своим движением. Я стою. Почему нельзя карман? Вот и черни отсюда. Сделать надо, человек. Вот так почему вот сделать. Так во всех магазинах. Я не знаю. Я не знаю. Ты в администрацию, видимо, хвалится. Что? Да. Выезжайте. Что не сделал? Не, я его не держал. Я у человека спрашиваю. Я у него интервью брал. Я из Москвы, я тут мне давай. У себя интервью. Да, я у себя возьму, да. У себя я возьму, да. И у тебя спрошу, да. Что? Не у тебя, у вас. У тебя разговаривать. У тебя. Почему? Ну ты быдлишь, на ты разговариваешь с человеком, затыкаешь. А я тебя не знаю. Почему? Я тебя тоже не знаю. Ты бухнул, видимо. А, я понял, ты просто бухнул и почувствовал себя смелым, я понял, да? От тебя просто пахнет алкоголем. Я понял, все. Ну ладно, иди, давай. Мой тебе совет, иди, отдыхай и дальше там допей, что ты начал пить. Давай. Блин, что вы человек не выпускаете? А? Да я тут с человеком общаюсь. А, ну водитель не скончил. Можно вас? Что? Можно вас на минуту? Можно. Ну вы человек, пусть выезжает. Зачем? Сейчас штраф получит и выйдет. Ну вы уж пить и горит. Какой цирк? Да клоуны подавлены. Цирком вы занимаетесь. Мужики, ну здесь парковочные какие места. Какие парковочные места? Знак 533. Какие парковочные места? Парковочные места обозначают знак П. Значит, парковочные места сделаны после знака или до? Бред какой-то. Это правильно. Что-то. Ты слышишь, что говорят? Потому что... Как еще вот с вами разговаривать? Мужчина, идите домой к жене. Ну что вы здесь... Только, да потому что вы провокатор. Вы провокаторы. Полностью согласен. Да. Сколько? Немножко переключился, упустил. Ладно. Да, ну его, ладно. Другими работами, а то всех пропустят. Ради одного. Это вообще площадью какой-нибудь пора делать или бульваром. Смотри, ну, люди ходят какими толпами бешеными. Ребята, вы пока вот этот карман не уберете, бесполезно, и так и будет. Ну, и на ночь ставите, так думаю. Но мы же не будем это убирать, это будут специальные люди убирать. Ну будут. Администрация будет заниматься. Будет все-таки, ой, да? На 1 июня посмотрим. Спасибо вам огромное, вы, наверное, замерзли. Да, очень. С утра, конечно, может, что делать. Порядок по-другому, другой ценой не навести. Естественно. На 5 минут прийти, здесь ничего не поможет. Здесь уже полтора года я этой проблемой занимаюсь. Да? Вы хоть там перестали немножко, правда, тоже надо. Ну, поменьше застали. Да. И здесь как-то адекватнее я стали. Я поражаюсь тому, что они не понимают этот знак. Они говорят, что это знак для того, чтобы мы медленно ехали. А, они думают, что это жилая зона. Нет, а это пешеходная зона. Да, путают, правильно. Ну да. Так и есть. Спасибо вам огромное. Вам спасибо за то, что вот останавливаетесь, хоть не проходите равнодушно, как другие люди. Конечно, идешь, они на тебя наезжают. Как... Будем до конца, пока, ну не сегодня, а вообще, до конца, пока здесь не найдется порядок. Может, по-другому не бывает. Ну, если сделаете, будем серьезно, рады. Серьезно, вы еще будете здесь стоять? Да. Мы здесь долго еще. Спасибо вам большое. Если так сделать, спасибо вам большое за помощь. Ну, смысл такой. Все время в одном городе пешеходы протоптали себе дорогу. Каждую весну ставили клумбу. Буквально пару дней клумбы не было. Ну, у нас власти что сделали? Выписали проход для ослов. Ага. 7 лет там никого не было. Клумбы сажали, и они все лето были, и осень там. Вот с юмором подошли, да? Да. Вот примерно то же самое. Вот это вот нужно писать. Проезд и парковка для ослов. Так это же демонтируют, просто уберут и все, или закрасят.
закрасить вот тут, кто будет закрашивать, того и снимать. Ну, а вы местный житель вообще? Да. Да. А вот расскажите, сейчас вообще мешают, не мешают машины? Машины? Очень мешают. То есть я иду, допустим, с внуками своими, и Рома, туда не ходи, тут машины, там это самое, я начинаю беситься. Дочка как-то начинает, идет, не уступает этим машинам дорогу. Я говорю, не уступай. И мы вот так вот растянулись. Я, жена, дочка и два внука. И они ехали за нами. А совести у них нету. Тут тоже овца. А так вот, как вы делаете, ну, мне кажется, могут быть драки и все прочее. Тем более, вот рассказать, сколько раз это было. Дело в том, что да, тут более молодое поколение, видимо, у кого есть машина, они очень агрессивно относятся вот к Алексею. Да не только, это самое. Вот представьте, вас как-то не было, тут другая группа была. Женщины, мужчины. Вот. Ну, там вон они остановились. Один остановился. Они, в общем, к нему, он говорит, я тут всегда ездил и буду ездить, и первым мне что сделает, ничего ему. Ладно. Спасибо вам. Да не за что, это вам спасибо, может, что-то добьете. Потому что... Все от вас зависит. Да, понимаете, я с одним тут уже чуть не подрался. Ну, драться, конечно, не надо. Нет, драться не надо, он полез, я-то что. Спасибо вам. Девушки, ребят, за девушек лайк. Здравствуйте, девушки. Расскажите нам, что вас привело сюда. Магазин. Магазин. А вам принципиально вот именно на пешеходной зоне парковаться и нарушать или нет? Расскажите. Что? Нет, это пешеходная зона. О чем речь-то вообще? Смотрите, если вам не принципиально нарушать, если вы не автохамы, то вы можете поставить ровно вот тут, вот где белый Volkswagen стоит, машину без нарушений ПДД и не мешать пешеходам. Все. То есть реально, вы знаете, что я могу подать то, что вы снимаете? Вы не имеете права меня снимать без моего разрешения. С чего взяли? Потому что это все длинное. Что? Потому что вы не имеете права без моего разрешения меня снимать. С чего вы это взяли? Это запрещено законом. Каким? Давайте, если это запрещено законом, я вот прямо сейчас пойду и куплю вам торт. Ну и что? Но если мы что-то нарушаем, то давайте вот с вами поспорим, что мы не нарушаем. Я могу дальше делать свои дела или как? Ну, поставьте машину по правилам или уедьте и делайте, что хотите. Хорошо, то давайте я уеду. Ну, вот там выезд. То впереди, видите, стоит человек. Вы можете его, конечно, нахрен задавить. Вот, но я думаю... Ну, кстати, очень печально, что не пристегиваются девушки. Девушки, ну пристегнитесь, пожалуйста, вот вам люди пишут тут. Пристегнитесь. Девушка, а уезжайте, да? Спасибо. До свидания. Эй, ты что такая дерзкая, а? Че он такая дерзкая? Немножко дерзкая. Нифига себе, ребят. Что же вы делаете? Что-то зона, попали. Мужчина, что же вы делаете? Я сейчас пугался. Конечно, пешеходная зона. Ну, если вы выезжаете, конечно. Он выйдет, пожалуйста. Да, он выезжает. А вы видели, как я заехал? Если честно, нет. Поэтому я через всю пешеходную зону прокатились, блядь. Это переступление, считаю. Все, да. Никого больше не будет, просто я ожидал, что здесь пешеходная зона. Спасибо, хорошо. Подсказку. До свидания. До свидания. А вот то, что машины ставить, теперь нельзя здесь ставить? Нельзя, нельзя. То, что магазин. Их убирают. Можно вдоль проезжей части ставить, вот тут. Везде вдоль проезжей части можно ставить. Гаю уж два раза был, сейчас еще подъеду. Это правильно. Не, подожди, а как тогда вообще вот в магазин, если зайти, например? Вдоль проехать счастье. На проехать там часть ставить. Да. А поворачивать когда-нибудь? Нет, ну, не у поворота. За 5 метров. Да, за 5 метров ставить и все. В чем проблема? Но скоро это все обещают перестроить. Да. Администрация пока обещает. А мы ждем. Будем что надеяться, что вот эти ваши усилия не напрасны. Посмотрим. Спасибо. Спасибо.
Ребят, я думал, если честно, судя по этому. Вот там. Пешеходная зона. Вот такие значки стоят. 5.33. А отсюда походу. Да, да, там тоже знак стоит. Все там, да. Ну да. Знаете же, местный житель. Ну ладно. Будем надеяться, будьте внимательны. А что делать? А вот на проезжей части можете поставить. Там выезжать, выезд есть с того, с той стороны. Сами прекрасно знаете. Правильно же? Будем надеяться на ваш. И не нарушать, что-нибудь и нарушать. Хорошо. Вы съезжайте, уезжайте, да? Ну все, всего хорошего. До свидания. До свидания. Так, о, глянь какой. Я ему рассказал, объяснил вот это вот. Вот там стоял. Девятки? На девятке. А он все равно проехал через всю пешеходную зону. Вот крадется за пешеходом. Смотри. За пешеходом с коляской причем. Нехорошо как. Ну ладно. Что ж делать? Убежать же за ним. Здравствуйте. Дело в том, что вы, наверное, не заметили, там знак был пешеходная зона. Можете вдоль проезжей части поставить, либо вот там машинку. Уезжает? Да, вот съезжает. Как будто не замечают ничего просто. Вот как они ездят? По привычке или как? Там тоже не было. Нет, здесь нельзя. Я кому что? Там тоже пешеходная зона. Там тоже пешеходная зона. Можете вот тут, у церкви. Нет, а, все, развернуться. Пусть развернется. Главное людей не задавить. Женщина с чаем, он уже пропал. Да. Мне кажется. Я ему сказал, ты чё, куда, наверное? Такое. Это у вас головой не в порядке. Пешеходы едут на сборку. Кто-то что там говорит. Ну, выйди, поговори, что говоришь.